глубинах Южно-Китайского моря находится горная гряда. Просторы ее столь велики, что в ней могли бы спрятаться Гималаи. На протяжении десятилетий бесчисленное количество судов пропадало в этих водах. Их исчезновения до сих пор остаются загадкой. Показывает телекомпания Synergy, фильм Стивена Сомерса. В главных ролях Трит Уильямс и Фамке Янсен. В фильме также снимались Энтони Хилд, Кевин Джей О'Коннор, Уэст Сьюди, Дерек О'Коннор, Джейсон Флеминг, Клифф Кёртис, Треван Годдард, Клифтон Пауэлл и другие. Монтаж Боб Дюксей и Джон Райт. Продюсер Берри Бернарди. Композитор Джерри Голдсмит. Режиссер Стивен Сомерс. Подъем с глубины.